Центральный банк Южной Кореи понизил учетную ставку до рекордно низкого уровня в 1,75%. До этого на протяжении 5 месяцев ставка составляла 2%. Для внутреннего рынка решение главного финансового учреждения страны стало неожиданностью. В правлении банка это решение разъяснили необходимостью противостоять устойчивому росту задолженности южнокорейских предприятий. Снижение учетной ставки поможет улучшению состояния национальной экономики. При принятии такого решения Центробанк учитывал общее экономическое состояние страны и старался упредить появление любых возможных проблем.